Boa. Tragédia. Вот Не насчет говори, блин, компании. Слава не записал видос, как я ДПС шел. Всего тебе хорошего. Я хочу грудак. Я да. Хотеть не вредно. Блять, я хочу ноги грудак, нахуй, и это, блять. Я хочу, Ноги, я блядь, хочу нахуй. фул Т4, что теперь? Вот. Пиздец, наркоманская хуйня какая-то. Каф в инсте ставлю. Я Бивис и Батхед смотрел. Американский папаша. Да хуй так. Наподобие Симпсонов и Гриффинов. Футурама тоже. Ну, в инсте уже со шкафом. Yeah. Да. Подаванный кубик хочет. Я с кубами плохо, я с ними не дружу. Не-не-не, давай я на кубы, чё за хуйня? Я нахуя плюсую, я не понимаю. Ну и мы тоже не в курсе, как бы, нахуя. Не, давай нахуй, бля, на куб постоял. Не-не-не, там сложно, там что-то, бля. А за мага можно и на кубе постоять, и босса побить. Да. Оптимально, кстати, да. Я, конечно, все буду делать. Я как не знаю, как в тот раз. Бля, я души пососу, можно? Ну, можно просто без души. Можно без душ. Понял, блядь.
Подаваны. Подаваны одного заберу. Бля, шо в меня-то сразу, я тут самый безопасный. Жаль. Гниды позорные, да? Пробил четвертую стену. Четвертую. Для миликов отдельную цель вывел. Аня, ты говорил, что это нельзя диспелить? Нестабильное колдовство. А меня как раз таки эта хрень убила, хотя вроде ничего не диспелила. Ну, это может больно, потому что... Я хилилась, мне не помогло. А когда ты говоришь, я вроде ничего не спалила, ты не отдаешь отчет своим действиям? Я через воду могла кликнуть правой кнопкой, и если не отключила, могло автоматически заспалиться. То есть ты не диспелишь в рейде? Но синее это я не видела. Ну то есть ты не диспелишь в рейде, да, получается? Не доигрываешь. Халявишь. Проще говоря. Можно куб ёбнуть, сами прибегут. Три баф сразу раздайте, массовый точечный по тем, кто упал. Сагу поднимите. Что? А? Допустим. Я смог. Это порнуха, да, Слав? Ты про чувака, который этот, предводитель банды какой-то? Я у Черную Вдову смотрел. Половину, наверное, успел посмотреть, потом все, не смог дальше.
Где рыба, нахуй? Кто работает? Скажи. Чего? Я ж ДД. Я на кубе, я лагаю. Это серьезно, да? У меня 500 пинг. Он его пулит, ведет на верх. Да, я знаю, знаю где. Все. Да, да, я помню, да. У меня КД. У ФДК. В первой пати. А косты? Кто кому кикает? Я могу. Паразиты, кровососы, пейте мою кровь и захлебнитесь ею. Слава, уточни, мне где именно встать поближе? Прям в центре встать? Нет. Все. Все, поняла.
теперь поняла. Там кто-то написал, что будет минута АФК. Коля пал. Че там разбушевался, хардбоды? Пришел он, да? Да, тут. Проводится, не надо быть с камер. Надеюсь, кони не вылетит. Поднимать нет. Прессу хераси. Бой спадает. Прессу хераси. Хочу реши. Сколько до босса? Думаете, что ваша жалкая магия будет удерживать меня вечно? Вставайте. Блять, они оба отлетели, херасит открой. Вылетели. Интернет нет. Вылетел, значит. Интернет, видимо. Они не на кубах? Нет. Нет. Откис сразу, как сказать. Так, я на луну встану. Да, хераси тут. И они оба зашли. Давайте уходим. Давай пойдем, давай пойдем. Она не дает клуши залезть. Да, сейчас на первом косте умрем по-любому. УДК 2Т4 охуенно помогает, похуй на войск. У нас не
кого из них нет 2-4. Да, 8 минут, когда его войск. Разбав по пути дайте. У меня. А если я в танка спекнусь на трэш этот, я смогу обратно потом спекнуться успеть? Нет. Шаман что, не встает, будучи стоит. Сейчас. Лагает. Может мне спекнуться, у меня там 2-4. Прочь, паразиты! Моя кровь принадлежит мне! Присобав ты дашь? Ты на регах начала экономить? Все так плохо? Нет, я просто ленивая жопа и сижу жру. Пока я не сожрала какого-нибудь хардмода. Халявит, халявит. Получается... А арена на кубе. Ресну арену. Есть еще один. Вот, теперь его нету. Арену. Скажите, когда спулится.
случится с ним. Мне бегать все равно придется, я и так не достаю омоложением. Трусы на кубе, да, стоит? Окей. На полу истерию. Я череп трусы держу под хильти там остальных. Ой, трусы луну. Арену я достаю хилю, если что. Полно меня, да? А подаван в танке, да? Да. Я на арену частицу докину. Давана нет. Давай завтра сделаем, попробуем этот, может, проходки у кого добьем. Темницы содрогнутся.
Сколько? Минута где-то, да? У тебя арена, у тебя арена упал. Я добегу, подниму. Все, его подняли, иди вставай на купца. Че он стоит? О, упал. Ебать. Ой! Красота, нахуй. Сейчас бы пояс из запястья выбить. Всем. У тебя еще он роллы есть, не забывай. Найс роллы. Это хуйка. Ражник, у меня есть к тебе деловое предложение. Бля, есть предложение. Только за деньги. Это за деньги. Сейчас я отпишу тебе.
Давай, Шамиль, блядь. Давай, я пыльну. Да, пыльну, пыльну. Да, я тоже пыльну, чё? Да, я тоже могу пыльнуть. Бля, пацаны, я допулялся, двое детей, Почему? Чем подавану дать? У него ни одного вообще нет. Неважно. По приору 2-3. Ой, 1-3. У меня 1-3. Понятно. Ебать. Сука, пошла, блядь. Вы чё пи... Вы пи... Ой, сотка! Тотик. Тотик, у меня к тебе есть деловое предложение. Давай все подойдем с таким предложением, мне кажется. Тотик, тортик по-братски. Тебе и так с одним хорошо, да? Постбаг ждет, блядь. Не слушай его, Тотик, не слушай. Я буду посягать на второй кусок. Громко посягать. Дай, давай, думай сам. Конечно, я сейчас... Потому что со мной не с этого. Сука. Да ебаные ногти нахуй. Да, блядь, да идите нахуй. Ё-моё. Да ладно, вообще нету кусков. Давана вообще пусто, у него ни одного куска нет. У тебя приоритет сюда идет, 1-3. Слайк, я на мага. К магам, да? У меня КД на... У тебя есть этот топ-чарка на силу атаки, на пуху? По которой силу атаки, которая с острова. Подаван, нет проходки. Подаван, вар, больше крови нету, еще многие. Я говорю, у нас еще время же есть, субботу, воскресенье. Давай хотя бы один день подождем. Антон, назад меня зовите. Не все в гильдии, то есть не все в онлайне. Завтра будут другие люди, которые нужно будет провести. Давайте все, давайте сегодня десятку и завтра десятку. Завтра я десятку попробую. Можно меня в десятку, пожалуйста, сейчас позовите. Потому что завтра я с подаваном уже без него я не пойду.
ё-моё. У тебя до хила есть это Ардру и Хпал, руку которые. Ну им проходка нужна к тому. Я пойду, у меня я завтра уезжаю в командировку, у меня не будет на неделю, а может три. Да-да-да, мне вот, у меня сейчас сколько? У меня сейчас ночью, я, короче, до 6 утра могу рейдить, потом мне ехать. Если надо, пойду, если место есть кому. Без разницы. Вот он отошел. Там ноль проков хочет пойти. Что-то в депе. Если он пойдет.